Легко считать, сколько люби лет, сколько котиков любимых был. А первый котик в первый год, второй котик во второй год, ну вот третий котик. Следующий, наверное, будет опять серый. И так дальше. А может, рыженький? А может, рыженький. Ну, видишь, ну такой, и такой. Любимая игра на планшете — это Том. Котик такой. Джинджер там тоже котик. И Анжела, кошечка. Ну, котов она любит. Вот, и пазлы собирать с этих. Но еще с июля, когда мы были в поездке в Греции, вот с этих времен у нее стали тачки любимые. Сегодня даже торт у нас тоже с мультиком «Тачки». Мэтр и Молния Маквин там на нем. День рождения. Не-не-не-не. В Греции почему-то схватила, там были принцессы, Микки Маусы, а ей нет, ей вот именно тачки, гонки, и все, гони, гони. Любочка, поздравляю тебя с днем рождения. Прости, большая, крепенькая, здоровенькая, ну и счастливенькая. Будем заботиться, помогать себе, способствовать в этом деле. О, колесики. Можно есть? Вкусно? Вкусные. Событие такое интересное и важное в жизни Любы было поездка в резиденцию Деда Мороза. Накануне Нового года, католическое Рождество, 25 декабря, мы на несколько дней ездили в резиденцию, останавливались там в гостинице, дышали свежим воздухом Беловежской пущи, наслаждались. Нам повезло, выпал снег. И действительно чувствовалась зима, Новый год, новогоднее настроение. Конечно, еще в таком возрасте, 2 годика и 1 месяц, не очень, конечно, Деда Мороза Люба боялась. Ты очень испугалась, боялась, не хотела фотографироваться рядом с ним. Первый утренник был тоже. Центр развития «Апельсин Kids». Вот туда мы ходили на первый утренник. Ну, Деда Мороза тоже боялась. Со слезами на глазах подошла за своим подарком, который приготовил ей Дедушка Мороз. Году 2015 мы начали строить нашу дачу. Вот, заложили фундамент, сделали, заливали его 10 мая, потом сделали канализацию, но сам дом еще не заказывали. Вот, это уже в следующем году будем заказывать, ставить. Ну, его нам за месяц уже будет у нас дом стоять там. Из бруса. Thank you.
днем рождения тебя, успехов тебе, расти большой, умницей, послушницей, чтобы ты радовала своих родителей, ну и чтобы у тебя все удавалось. Съездили в дельфинарии, и ты увидела дельфинов вживую, по-настоящему. Очень, очень понравилось тебе выступление их, и сама даже хотела нырнуть в этот бассейн вместе с ними плавать. Дельфины нас несколько раз облили водой, говорят, это очень хорошая примета, когда попадают капельки. Пищала, визжала, полнейший восторг был у тебя. Так понравился. Выступали не только дельфины, там морские котики, котик морской был, морской лев даже был. Вот, выступали. Ну, очень потрясающе. Вот полчаса, может, или минут 40 длилось представление. Люба, ты, тебя было и просто не отвлечь от него. Ты с огромным удовольствием его смотрела, пищала, визжала, в восторге была. Первый раз в этом году ты каталась на аттракционах. Ой, было восторга, каталась и на автодроме с папой, на машинках каталась. Мы на лебедях, ну, очень понравилась ей каруселька. И там, конечно, она тоже выбирала только машинки и садилась на машинки. Не, правда, один раз на лошадку села. In the morning by the sea, as the fog clears from. Вчера смотрела мультик «Миньоны». Идет у нас по кинорейсу сейчас по спутнику. Захотела, чтобы миньоны пришли домой, Люба, к тебе. И я когда спросила, а что ты будешь делать? Привет, скажешь. Да. Я говорю, а что еще? Поцелуешь? Да, поцелуешь. I've wished from time to time we had found a common ground. Your voice was such a welcome sound. How the emptiness would fill with the waves and with your song. Спрашивали у тебя, как тебя зовут? Ты говорила ты. На себя, потому что мы все время тебе ты, и ты подумала, что тебя зовут ты. И только где-то с сентября месяца ты стала называть себя Любой. Вот это такой был смешной момент. Как тебя зовут? Любой. Люба. А сколько тебе годиков? Три. Да? Годик. Три. Как зовут? Зина. А как маму зовут? Нати. Правильно. Where the moments move so slow and seem to never let you go. When my hands are old and ache and my memory flickers dim.
Влад мало у тебя такой технический, более-менее такой машинки любишь, разбирать все любишь, отверткой все выкручиваешь, закручиваешь, там уже, а так уже сама что-то там требовательная немножко стала такая, там это мне надо, это мне не надо, дай мне это, папа, это не трогай, это мое, мой, как говорится, Люба, мой. Ох, вот так она говорит. В этом месяце мы получили последнее пособие, которое по уходу за ребенком до 3 лет государство выплачивает. Конечно, посчитали нам только за 16 дней. Неполное оно было 1 298 000. Вот такие большие, огромные деньги у нас сейчас в этом году. Вот. Курс доллара по Нацбанку на сегодня 17 869 рублей. Отмечать в торгово-развлекательный центр «Титан» твой день рождения, в детский лабиринт приедет Тихон, Анечка, это троюродные братик и сестричка, это моего двоюродного брата, дяди Сережи, дети, и баба Таня приедет, бабушка Таня, привезет Машу, Лешу, Веру. Обычно мы каждый год еще делаем фотосессию у фотографа. И мы с папой тебе, Люба, устроили сюрприз и сделали торт из твоих любимых ко-ко-ко. Киндер-сюрпризы мы так называем. Ко-ко-ко. Вот. Это было что-то. Она очень довольна была, и там все кромсала его потом в ошметки. Только летели шоколад. Картошка? Да. А раньше было то-то. Скажи, арбуз. Бабусики. А ягодки? Ягодки. Ягодки уже говоришь? Да. А как колбаса будет? Бо. Так и осталось. Let's
делаешь? Это что? Как это? Вай. 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 Плавать. Вот. Ну, вот такие вот разные интересные слова она по-своему говорит. Привет! Любашка, поздравляю тебя с днем рождения! Чтобы росла здоровенькая и чтобы всегда радовала своих родителей, когда вырастешь. Слышишь меня? Эй! Люба! Дядя Андрей, скажи! Привет, привет! Чтоб приезжала ко мне! Приедешь к дяде? Приедешь, дядя Андрей? Покажи ей Балу! Балу! Собачка! Балу. О, Балу. О, видишь, Балу лежит. Okay, can I just say something crazy? I love crazy. All my life has been a series of doors in my face. And then suddenly I bump into you. I was thinking the same thing. Because, like, I've been searching my whole life to find my own place. And maybe it's the party talking or the chocolate fondue. Опа! Ты доволен своими подарками? Like тебе понравились подарки? Да. На 2 недели мы летали в Грецию на остров Закинф. Это было с 20 июля по 3 августа. И как раз мой день рождения, папин день рождения и годовщину нашей свадьбы мы отмечали в Греции. Супер, белый песочек, как я люблю, пляж, море хорошее. Люба, тебе было оттуда невозможно достать, если тебе это понравилось. Сама боялась сначала с кругом плавать, но увидела там, с девочкой подружилась, ей 11 лет, Ксюша звали, вот подружилась и увидела, что она поплыла, не захотела оставаться на берегу, захотела с ней вместе плыть. Схватила, прибежала ко мне, схватила круг, отсела быстро и стартанула. И сама поплыла с кругом вообще. Никто ничего не учил, не показывал. Когда мы уезжали в Грецию, до кнопки лифта, вызова лифта, Люба еще не могла ты достать. Когда прилетели, спокойно уже стала вызывать лифт. Я была очень удивлена. Мы с папой удивились, что она выросла на 3 сантиметра за 2 недели. С этого момента как раз-таки ножки доросли, она, и уже ты смогла спокойно села на велосипед и поехала везде. И развороты, и задним ходом, и как-то никто ее не учил, сама. Уже 3. Уже большая. Да. Да. Здоровье, чтобы было? Да. Все остальное купим. Да? Да. Ну все. Спой день рождения. А? Днем рождения. Yeah.
не получилось, ей не понравилось. Там, может, преподаватель, как-то коллектив. Вот, даже там 10 минут не пробыла, мне пришлось уйти с этих танцев. Стали ходить и в «Апельсин», в другой центр. Люба, ты отвлекалась там на другие разные игрушки, которые там находятся, и не очень хотела заниматься. Мне очень понравилась педагог с «Апельсина», такая тетя Оля к тебе приходит домой и вот занимается с ней, ну, два раза в неделю. Месяца мы ходим тоже, вот школа «Родное слово», и она в школе именно находится, и Любе почему-то в детский садик не хотелось идти, а когда увидела, что дети все 1 сентября в школу, она тоже захотела именно только в школу ходить, и вот мы стали ходить в школу по субботам занятия, и там тоже логопед, педагог ведет очень хорошее занятие, там спокойная обстановка, вот как-то она там занимается, ей нравится. И всю вашу семью желаю счастья, здоровья, веселого снега, с днем рождения! С днем рождения, Любочка! В этом году Люба перенесла первую операцию. Ты. Первая операция на пальчик. Да? А теперь нету Вавы, да? Нету Вавы, скажи. Мама, Вава. Куда едет машина? Пали. Гоньки. Камешки? Да, да. Гони, гони. Ой, ой, ой. Мы тобой очень гордимся. Ты такая хорошенькая у нас, такая, как говорится, жизнерадостная. И нас радуешь, и сама радуешь. И, ну, Буська вообще классная. Спасибо, что ты там у нас есть такая. Мы очень бы себя, не знаю, что бы делали бы. Вот жизнь она. Была бы скучна, однообразна. Да. А так расписана всеми красками, всеми цветами радуги.